они не существуют. Это липа, правовая липа. Вот так театр вошел в нашу жизнь и заставил нас быть артистами. И мы играем на сцене в чужой спектакль. Поэтому мы можем поменять спектакль, мы можем поменять собственные роли, ничего нам это не мешает. Мы, допустим, это уже сделали. Вот. Могу вам представить, в правом углу сидит глава Владимирской области. Сейчас все. Да. То есть она вам может даже удостоверение все свои показать, всех своих должностей. И не только на себя, но и на многие другие в данном случае. Так вот, соответственно, 12-й год мог бы стать потенциально порождением Российской Федерации и законности всех законов. Но если бы наши славные президенты Ельцин, Путин и Медведев прошли бы процедуру смены гражданства. Но это уже невозможно. Ведь вот с этой даты не существует органов власти. И единственный путь у них теперь легально стать президентами, это очень быстро, практически мгновенно, в один день, быстренько восстановить все органы Советского Союза и РСФСР. Всех быстренько туда, кто был на 91-й год, вот на эту дату, согнать, туда подать документы, чтобы они их все быстренько рассмотрели, и все, кто хотели выйти, смогли выйти после проверки. Ну, потребовал бы это, ну, месяца три.